приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре оптический прицел ZOS-3.9x40. Помимо самого прицела с защитными крышками, в комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации. Корпус прицела изготовлен из единой заготовки, которая выполнена из алюминиевого сплава. Это надежно предотвращает внутренние элементы конструкции от внешних воздействий. Плюс ко всему, прицел полностью герметичен, так что попадание пыли и влаги полностью исключено. Длина прицела составляет 310 см, вес 460 грамм. Модель не сильно утяжелит ваше оружие. Кратность увеличения регулируется от 3 до 9. Диаметр входящей линзы составляет 40 мм. Визорная сетка здесь типа MilDot. Она позволяет определить расстояние до объекта, зная его примерный размер и формулу для расчета. Регулировка кратности производится с помощью специального кольца, расположенного у окуляра. Поле зрения на расстоянии 100 метров составляет 7 метров. В середине корпуса расположены специальные винты для отстройки прицела по вертикали и горизонтали. Для их регулировки потребуется отвертка. Цена деления одного клика составляет 1/4 угловой минуты. Данный прицел отличается хорошим соотношением качества и цены. Купить его вы можете на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!